13 декабря 2023 год. Многолетние наблюдения за сортовой принадлежностью в фундуководстве остановился на таком вот сорте. Наглядно видно то, что большое количество сережек, прекрасно сформированные почки, как на молодых побегах, так и на старой древесине. Много молодой поросли однолетней. И, конечно же, большое количество фундуков было в этом году. В прошлом году в это время было на этом кусте всего пару сережек, таких же красивых, как и в этом году. И на удивление, очень много было урожая фундука как такового. Сорт промышленный, знаменитый и распространенный. Наглядно видно то, что после второго года вегетации при пересадке, после покупки саженца, прекрасно себя чувствует и на второй год уже плодоносит. Фотографии с урожайностью выставлю в Фейсбуке. Сниму еще одно видео второго куста с такой же прекрасной результативностью. Природа мудра и совершенна. Удачи нам и удачи вам с нами!